Господи, халилуя, вися слава Тебе в нас. 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 Халилуя. Вся слава Тебе, Маскунс, аллилуйя, вся слава Тебе. Аллилуйя, вся слава Тебе, аллилуйя, вся слава Тебе, аллилуйя, вся слава Тебе, Господь. Аллилуйя, вся слава Тебе, аллилуйя, вся слава Тебе, аллилуйя, вся слава Тебе, Господь. Таскунс, ir man slabais gads, tāpēc man vairs netrūks nenieka, jo viņš mani ved. Zaļai nam ganībā, pie skaidra ūdens, viņš mani vēd. Tas kungs ir mans labais gads, tāpēc man vairs netrūks neniekā, jo viņš mani vēd. Я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных пожитях. Вода тихих ты водишь меня. И буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных пожитях. Водам тихим ты водишь меня. Аллилуйя, вся слава Тебе. Аллилуйя, вся слава Тебе. Слава Тебе, Кунгс, аллилуйя, вися слава Тебе, Кунгс, аллилуйя, вися слава Тебе, Манс, Кунгс, аллилуйя,
вся слава Тебе, Господь, аллилуйя. Вся слава Тебе, Господь, аллилуйя. Вся слава Тебе, Господь. Аллилуйя. Вся слава Тебе, Господь, аллилуйя. Вся слава Тебе, Господь, аллилуйя. Вся слава Тебе, Господь. Аллилуйя. Вся слава Тебе, Господь, аллилуйя. Вся слава Тебе, Господь, аллилуйя. Вся слава Тебе, Господь. Аллилуйя. Вся слава Тебе, Господь. Аллилуйя, 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 Господь, мы с Тобой славим, мы с Тобой пелудзим. Tu esi mūsu labais ganis. Ty naš dobrý pastor. Отдавший жизнь на каждого из нас. Мы благодарим Тебя, мы поклоняемся Тебе. Мы воздаем Тебе всю хвалу. Аллилуйя, аллилуйя. Ты один достоин всей славы, всей хвалы, Агнец Божий. Только Тому, чье небо престол, Ему вся честь, вся слава. Вся хвала во веки веки, щиля рама соя, рама шегетей. Возвысь голос Богу. Аллилуйя. Вся слава Тебе. Аллилуйя. Вся слава Тебе. Аллилуйя. Вся слава Тебе. Только голоса, голоса, голоса. Аллилуйя. Вся слава Тебе. Аллилуйя. Вся слава Тебе. Аллилуйя. Вся слава Тебе, Господь. Аллилуйя, вся слава Тебе, аллилуйя. Вся слава Тебе, аллилуйя. Вся слава Тебе, Господь. Вся слава Тебе, аллилуйя. Вся слава Тебе, аллилуйя. Вся слава Тебе, Господь. Ишуа! Слава
Vida la brala massa. Hembla la la massoto. Refele mala massia. Шибра ла масандо, великий Бог, Ты наша любовь, мы преклоняемся пред Тобой. Мы любим Тебя, Отец наш. Мы поклоняемся Тебе, Бог Эль-Шадай, Адонай, Иегова. Мы славим Тебя, Отец Господа нашего, Иешуа Мессии Иисуса Христа. Мы сегодня просим, изливай свое помазание. Через кровь Иешуа мы просим, благодаря крови завета, драгоценный Дух Святой, приди на это место, наполни, как вчера и третьего дня, каждое сердце, наполни каждый миллиметр, наэлектроризуй славой, силой и огнем своим. Пусть твое помазание будет явным. Пусть твоя сила будет явлена. Пусть ярмо, пусть тяжесть будет разрушена благодаря силе, крови и благодати Иисуса. Дух Святой, яви свое помазание. Пусть твое помазание, оно наполняет каждое сердце, каждую душу. Господь Дух Святой, являй свою силу, являй свою славу. Господь Дух Святой, мы хотим сегодня видеть Иисуса в центре внимания, потому что вокруг Него крутится вся вселенная. Дух Святой, высвобождай своих ангелов, своих архангелов, шестикрылых серафимов, херувимов, огненных и служебных духов. Пусть в этом месте произойдет трансформация, пусть преображение придет во имя Иешуа. Я прошу Тебя, Дух Святой, чтобы Ты преобразил. Я прошу Тебя, Дух Святой, чтобы мы растворились в Твоей силе, в Твоей славе. Я прошу Тебя, Дух Святой, наполни сегодня нас. Мы нуждаемся в Тебе. Я прошу Тебя, Дух Святой, пусть сегодня ни одна душа не останется без воды живой. Пусть сегодня каждый человек, который пришел сюда, наполнится Тобой. Пусть сегодня в каждой душе расцветет сад. Пусть сегодня в каждой душе будут реки воды живой. Пусть сегодня из нашего духа потекут эти реки во имя Иисуса. Пусть сегодня, Дух Святой, будет вся слава Иисусу. Исцеляй больных, воскрешай мечты, обновляй видение, обновляй разум во имя Иисуса. Я прошу Тебя, Дух Святой, чтобы сегодня бесы повиновались и оставляли наши жизни. Я прошу Тебя, Дух Святой, пусть сегодня будут явлены чудеса Иисуса на этом месте. Пусть Господь и Спаситель наш, Иешуа Машиах, прославится. Я прошу, открывай сегодня свои облака над нами, свои небеса, и пусть течет слава, пусть течет слава, пусть течет слава, пусть течет слава. Это Дух Святой, реки воды живой, реки воды живой, реки воды живой, это Дух Святой. Ла-ба-ба-ба-ба-ба. Реки воды живой, реки воды живой, это Дух Святой. Вот приходит Он, и кто может устоять перед Его славой? Когда Он входит в свой храм, все поклоняется и все говорит о Его славе. Когда приходит Он, Господь всех господствующих и Царь всех царей, то приходит преображение в Его дом, то Он преображает свой образ, своих служителей и облекает их в силу. Так говорит Святой и Превознесенный, имя Ему Господь и Бог. Он говорит, я буду преображать этот дом,
Я буду восстанавливать. Мой дух преобразования и преображения придет на этот дом. Я говорю тебе, стой и смотри, как я буду творить свою волю через этот дом. Я слышу слово. Господь говорит преобразование и преображение. Преобразование и преображение. Наполни, Боже. Преобразование. Я вижу, как ваша крыша открывается. И как течет преобразование. Это дух преобразования и преображения. И он сходит на каждого, кто входит сюда. Он сходит на людей. Семьи получают преобразование и преображение. Люди, которые принадлежат сюда. И слух об этом доходит до других. И они приходят, чтобы увидеть, что же происходит здесь. Кемблас, кембламасото, шибрала камбалимбасото, ремене комблемасито. Вот я изливаю дух поклонения на тебя и на твою церковь. Дух поклонения. Киламасандо робо кембралас, кембралаламасото робо. Все молитесь. Кембласаталабасото. Шибрала камбрала масия, шибала камбрало бориди брала мас. Молитесь Богу, закройте глаза и молитесь, чтобы Дух Божий посетил вашу жизнь, чтобы Дух Святой посетил вашу семью, вашу церковь, вашу работу, ваше служение, ваши дома, ваши города, вашу страну. Наэлектризуй нас, Дух Святой! Наполни нас! Это Дух Святой! Реки воды живой! Реки воды живой! Реки воды живой! Это Дух Святой! Огонь! Реки воды живой, реки воды живой, это Дух Святой. Хилабаба, погружайся в Дух. Реки воды живой. Погружайся в Дух Божий. Реки воды живой, реки воды живой, это Дух Святой. Реки воды живой. Послушайте, мы не пришли сюда, чтобы смотреть на человека. Мы не пришли сюда, чтобы что-то получить от человека. Святой Дух на этом месте. И Он контролирует всякую ситуацию. И Он говорит кому-то, кто пришел с величайшей проблемой. Он говорит, ты не умрешь. Ты не умрешь. Ты не умрешь. Я связываю всякий дух смерти. Я отменяю всякий приговор сатаны. Все, что сказали врачи, обратиться во благо для тебя. Во имя Иешуа. Иешуа Варда. Каждый поклоняется по-своему. Катрс пелудз по-савому. Каждый славит, как он может. Катрс славе камень швар. Кто-то громко, кто-то тихо. Курш скали, курш клус. Но дело не в этом. Бет лето на утая. Дело в сердце. Това сирди. Бог сердцеведец. Диос ред сирди. Ты можешь от человека скрыть свое сердце. Ту варен от силвака апслеп сау сирди. Но ты не скроешь его от Бога. Бет ту но диева ту не послепс. Поэтому сегодня время. Tāpēc šodien ir laiks. Я хочу, чтобы все закрыли свои глаза. Es vēlos, lai visi aizver savas acis.
Не надо заниматься психоанализом. Nevajag ar psihoanalīzi nodarboties. Доверься Богу. Uzticies Dievam. Отдай сейчас Ему все свое сокровенное. Atdod viņam visu, kas tev ir svēts. Расслабься и доверься Ему. Atslābinies un uzticies Viņam. Положи свою жизнь в Его руки. Ieliec savu dzīvi viņa rokās. Свои финансы. Savas finanses. Свое здоровье. Savu veselību. Свою семью. Savu ģimeni. Все, что тебя тревожит. Viss, kas tevi satrauc. Крепкая башня имя Иешуа. Stiprais tornis ir Иешуа. Убегает праведник и будет спасен. Bēg taisnais turp un viņš ir glābts. Приди, Дух Святой. Atnāc Svētais Gars. Приди, Дух Святой. Atnāc Svētais Gars. Я жду тебя. Es gaidu tevi. Наполни меня. Piepildi mūs. Пусть твой огонь горит. Киламасо. Shidala bam bam barolobo. Shidala baba koto. Kiriala maso torobo. Так говорит святой. Asaka svētais. Я снимаю старые одежды. Es и одеваю мои одежды праведности, силы и благодати. Вот мое благоволение. Оу. Пусть исцеление сейчас придут. Lai nāk dziedināšana šai brīdī. Pus сейчас произойдут исцеление души, сердца. Lai notiek dziedināšana dvēselī un sirdī. Pus сейчас произойдут исцеление внутренних органов. Lai iekšējo orgānu dziedināšana notiek. Pus сейчас произойдут исцеление и освобождение от всякой горечи. Lai jebkāds rūgtums aiziet, lai jātāk brīvība. Pus сила Святого Духа сейчас наполняет нас. Lai Svētā Gara spēks mūs piepilda. И там пусть не будет никакой власти. Un lai nebūt nav nekādas citas varas, tumsas varas. Сила Святого Духа выдавливает все. Lai Svētā Gara spēks izspiež visu, kas pretojas Dievam. Во имя Иисуса. Jēzus vārdā. Бог говорит, я захвачу тебя вдруг. Dievs saka, es tev pēkšņi satveršu. Бог говорит, я приду вдруг и захвачу твою жизнь. Es atnākšu un satveršu pēkšņi tavu dzīvi. Бог говорит, я вдруг подниму тебя. Es pēkšņi pacelšu tevi. Я вдруг захвачу твой дух и твое сердце. Es satveršu tavu sirdi, tavu garu. Халамасото компрес. Во имя Иешуа. Элемас. Кимблат сандоло комбрия ламасо. Refisha fala mariando soto kimblasa pariando lo robose rebede cambria la masandoria remene cambros. Господь говорит, ты больше не будешь терпеть грех, который ты терпел. Necietīsi grēku, kuru tu cieti līdz šim. Господь говорит, сегодня день твоего освобождения. Dievs saka, šodien ir tavs brīvības diena. Сегодня день твоего спасения. Šodien ir tava glābšanas diena. Hey, lama sando. Šidalabas. И весь народ Божий скажет. Visi Dieva tauta lai saka. Спасибо вам. Воздайте славу Богу за этих поклонников. Аллилуйя, слава Деву. Аллилуйя, слава Деву. Слава Девам! Амен! Присаживайтесь, братья и сестры, дорогие.